очень весело. Да? Я говорю, наверное, ночью здесь очень весело. Короче, делаем вывод, да, что на каждом острове есть такой пляж, который знают все, популярный очень, с хорошей развитой инфраструктурой, с огромным количеством отелей, баров, ресторанов. И примерно они все очень похожи в этом плане. Много людей, веселая обстановка. Да, но всегда на каждом острове есть еще и маленькие пляжики. То есть в зависимости от того, что в итоге мы ищем. Если мы хотим развлечения, хорошее такое вечера веселого в компании друзей, то, наверное, подходят вот такие вот пляжи. Здесь проще всего найти место вечером. Я думаю, вечером здесь вообще потрясающе весело, потому что кругом гирлянды, я смотрю, висят, светомузыка где-то местами. Я думаю, что здесь и фаер-шоу вечерами. В общем, так вот. Красиво, романтично, молодежно, вот так я бы сказала. Вот. А если такое романтичное, тихое место, то надо искать, конечно, такие маленькие уединенные пляжики. Они тоже везде есть. Практически на каждом острове есть. Как красиво делают, смотри, кокосы зарывают. Здорово, да? Это не каждый раз зарывают, потом их отрывают, так что ли? Класс.